Всем добрый день! Вы со мной на канале Юлия Иванова. И наконец-то я добралась до своих замиакулькасов, до детского сада. Я вам когда-то обещала, что мы будем рассаживать этот детский сад. Сейчас будем это делать. Что-то я вот так подумала. Посажу три больших, наверное, в большой горшок, вот в такой. Горшки не новые, это керамика. Когда-то дорогой покупала горшок. Ему много лет уже. И вот такие вот два посмотрим, пригодятся или нет. Так, сейчас нам надо разобрать это все дело. Проще, наверное, будет вот так сделать. Тут их много. Не поливала специально, чтобы, думаю, в грязи не возиться сильно. Так, сейчас разберу их прям. Ой. Сейчас насвинячу здесь. На свинячу. Ой, такая жара на улице. Думала, закрою окно, буду снимать. Но нет, не получается. Слишком душно. Так что немножко пошумим за окном. Думаю, ничего страшного. Там ребятишек полно. Так, ну что-то еще даже тут останется. Вот есть прям, смотрите. Видите? Еще маленькие-маленькие, которые даже не проклюнулись. Видать, луковички были прям в глубине. Так, немножко земли я, наверное, оставлю этой. Так, земля неплохая. Это я уберу. Так. Тут еще маленькие. Видите, какие прекрасные экземплярчики. Вот он совсем малюсенький, а корни, смотрите, какие уже. Кому интересно, у меня на канале плейлист «Цветы» есть. Вот там можете посмотреть про замиакулькас. Перлит добавлю немного. Прям немножко. Добавлю вот такой земли. Хорошая земля. В ней очень много торфа. Мне прямо она понравилась. Так, и добавлю вот такой вот почва-грунт. Но это как с клумбы, можно сказать. Та прям коричневая, а это черная. Ну, больше на обычную прям такую похожа. Смешаю сейчас. Все аккуратненько, хорошо будет. Так, я думаю, вот этого, наверное, мало будет. Сразу добавлю побольше. Так. Кстати, большие. Вот у этого с одной картошки уже вот. Я думала, это два, а это один. Так, вот. Второй. Здесь будет. И третий. Вот этот, наверное. Нет, сюда, наверное, побольше даже посажу. На них дренаж. Немного дренажа. Сыпем землю.
Так. Вот эти два. Вот этот. Еще, наверное, сюда добавлю. Вот этот, наверное. А вот, смотрите, хорошенький какой. Вот эти, наверное, я сюда и посажу. Немножечко углубляю. Корешки стараюсь распределить как-то, чтобы они в естественном положении были более-менее. Так, вот этот как-то не очень хочет. Сейчас мы его все равно примостим. Самые большие корни у него. Вот тут будет он. Так, вот это тоже большие прям корни. Видите, они вниз как прям хорошо пошли уже. Тот горшок глубокий был. Прям замечательно. Так. Вот еще мне хочется, чтобы они прям хорошо стояли, вот так, не ложились. Присыпать, зафиксировать его, что-то как-то не та композиция, которая хотелось бы. Может, их прям рядом посадить. Вот так получилось. Этот стороночку пока убираем. И займемся следующим. Тут большие дырочки в горшке. Надо, чтобы закрыть их. Прям каждую. Иначе грунт будет высыпаться очень сильно. Так. Теперь покрупнее, которые сюда выберу. Вот эти. Интересная такая, смотрите. Здесь еще, наверное, будет. Так, 2, 3, 4, 5, 6 давайте. Ну, эти я, наверное, туда в маленький. Плотненько. Ну, давайте вот этот еще сюда же. Так. Крокозябла. И по центру бы желательно. Корни прям вниз, прямо. Вот хорошо горшочек, когда глубокий, они прям успевают вниз. Не расстилаются, а вниз прям. Потому что было место куда. Был один горшок, станет три. Хорошо, пока еще место у меня есть более-менее. Так. Тут что-то еще наросло. Так. А что-то прям я их совсем навалила. Давно я собиралась это сделать. Все, что-то у меня до них руки не доходили. Да думаю, еще и маловаты были. Ну, вот это там у меня опять детский сад.
из одного детского сада, из ясельной группы в младшую. Ну ничего, пускай здесь порастут, посмотрим, как они будут. Так, ну вот он, вот еще один готов. И самый маленький, тоже дырочки, большие дырки. Вот. Закидать их надо. Так. Вот по идее столько их много у меня. Так бы и выкинуть, но жалко. Я не могу так. Я уже дочери отдала. У меня там есть ролик, кстати, посмотрите. Один был такой большенький уже прям. Это не вот не из этих, а он постарше. Я его дочери подарила. Так. Ну, просто так засыплю, да и все. Пускай растут. О, еще один попался. Короче, куча замиокулькасов. Вот еще картошка. Вот это вот ее воткнуть. Сюда что ли? Вот пускай здесь будет. Сейчас полью все это. Все, готовы наши красавчики. Смотрите, какие. Малипуськи. У меня, правда, все равно наполовину еще детский сад. Но их столько много, что выкидывать мне жалко. Вот этот уже горшочек, да, пускай растет и растет. Его только буду пересаживать уже, когда вырастет прям большой, будет тесно ему. Потому что если очень долго, допустим, года 3-4 не пересаживать, когда картофелины вырастут большие, они сломают горшок. Обязательно вот этот горшок они сломают. Вот эти просто их разопрет вот так вот в разные стороны. Кстати, новички, кто замиокулькасы садит первый раз, лучше в такие горшки садить. Потому что как увидите деформацию горшка, это значит пришло время пересадки. А в таком это нужно, ну, как-то сориентироваться, чтобы не сломало горшок. Вот такая красота у нас получилась. Сейчас я вам еще кое-что покажу. Смотрите. Когда-то я вам говорила, что у меня баклажан взошел. Потом оказалось, что это не баклажан, а дурман. А в этом году, смотрите, он отцвел. У меня был белый цветок большой, как обычно. И вот такая вот штука. Это, я так понимаю, семена будут. Смотрите, как здорово. Какая штучка интересная, да? Вот такой зверь у меня еще дома есть. Вот они, наши красавцы. С блестящими листьями, с красивыми. Пускай растут. Я их хорошенечко полила. Теперь можно долго не поливать, потому что этот цветок не очень любит влагу. Его нужно поливать, когда уже, видите, что совсем почти он просох полностью. Он не боится засухи. Так что можно не бояться его долго не поливать. Ну а на этом все. На сегодня мы закончили. Всем приятного просмотра. Смотрите в плейлистах. Про цветы у меня там есть кое-что. И не только про цветы. Смотрите, есть кухня. Готовлю там, хлеб стряпаем. Короче, пройдитесь по каналу, посмотрите, что у меня есть. Если понравится, оставайтесь со мной.
Будем еще пересаживать, ухаживать за цветами, за орхидеями, готовить. Так что всем пока-пока и до новых встреч. Надолго прощаться не будем.